Прием, прием. Мы в Китае. Сейчас пойдем узнавать, как долетели наши малышки. Настюшка, опасность. Пару вопросов. Здравствуйте. Подскажите, как прошел полет? Как вы долетели? Как ваше общее состояние? Нет, Настюшка, подождите. Не хочет, она стесняется. Спросим у Линки. Лина, солнышко. Пару комментариев, пожалуйста. Как долетели? Как полет? Как ножки? Как вообще тут? Все отлично, все прекрасно. Готовимся в плановом режиме. Как еда? Еда нормально. Еда, конечно, своеобразная, но ничего. Мы профессионалы, ко всему привыкнем. Я вам скажу так, Алина собирается в 7 утра здесь вставать и готовить нам еду самолично. Но это секретики. Вот мы встречаем суперзвездочку Веронику Куропаткину. Вероничка, как ножки, как общее состояние, как долетела? Хорошо, все хорошо. Привет маме, не забудь передать. Мама, привет. Это что, кринж какой-то? Он же новый. Вот мама, братик. Братская мама. Сейчас мы еще спросим. Подождите. Да. Говори. Сейчас спросим. Нет, ты говори, я сейчас хочу у Юльки спросить. Юлечка, подождите сюда, кубанская девочка. Южная девчоночка, я приветствую вас. На подиум заходит Юлия Девченко. Юлечка, расскажи, как общее друзья, состояние? Все так мы были, мы всегда все друзья, мы все, мы поле дружны. Да. Это жизнь, даже за что, моя хорошая? Так что за, что нужно, я не знаю. Как состояние, чего не хватает, чего хватает, чего бы хотелось больше, допустим, сладенького, да? Ну, так, да, подсказочка. Да, сладенькое нам с братиком не хватает, в принципе, еды не острой. Просто хотя бы макарошки можно без ничего. Мы готовы просто на макароны. Гречку и рис, без ничего, пожалуйста. Гречки у них нет, рис и макароны. Пожалуйста, все. Пожалуйста, хоть одно блюдо без соевого соуса, пожалуйста, соус. Яйца вареные можно без соевого соуса, пожалуйста? Ну вот, да, вот мы узнали, как тут проходят дела, пока первый денечек. Я думаю, что мы сможем адаптироваться, привыкнем к еде. Сейчас я еще спрошу самого главного специалиста по еде. Это Яна Безубик-Шейна, приветствуем ее. Приветствую. Яночка, привет. Расскажи, как ты? Я, да, нормально. Как тебе еда, арбуз, вот ты с ней кушала, вкусный был? Арбуз, ну не сладкий, ну пойдет, сочненький такой, нормально, можно поесть. Это единственное, что можно здесь поесть. Макарошки ты с ней не кушала или кушала рис? Нет, а я грибы не люблю, с грибами. Просто да, у нас макарошки были с грибами, поэтому рис? Не вариант. Рис топ. Рис понравился. Как номера? Ну, все хорошо, если бы только раковина не была прямо у моей кровати. Мне кажется, чуть-чуть шкафа нам не хватает. Ну, это так, мелочи жизни. Это мелочи жизни. На чемоданах мы, в принципе, привыкли к такому. Тут-то все, конечно, молоднее, что нам. 42-й мой размер ноги везде поместится, хочу сказать. Так, пойдем спросим у Надюшки Смирновой. Надежда, прием. Надежда, здравствуйте. Пару комментариев по сегодняшнему дню. Как прошла тренировка, как еда, чего хватает, чего не хватает. Если что, улучшим, сервис все будет. Всего хватает, тренировка отлично. Маме привет передавай. Маме привет, да. И собаке. И собаке. Не перебивай, ты если расспрашиваешь, я отвечаю. Извините. Все, пока. Пришлось чуть-чуть поюморить. Надюшка не смогла вытерпеть мой юмор. Попробуем. Дубль 2, работаем. Ага. Ну, короче, погода вообще шикарная. Посмотрите. Как бы светло. Тепло, а солнышка нет. Это значит что? Тренируется легко. Это значит что? Погода футбольная. Так что тренироваться одно удовольствие. Еда вкусная, условия хорошие. К адаптации Надежда готова. Я уже адаптировалась. Вот так вот скажу. И все хорошо, готовимся к матчу. Вот. Вера, Надежда, Любовь, Вера, не скрываемся. Вера! Датчики можете в этом, в чемодан. Просто прям. Один, чемодан. Два вопросика максимум и расходимся. Как долетела, как полет прошел, что делала в полете? Ну, получается, долетела, полет прошел, что делала в полете? Что ты делала в полете? Делала. Да сидела я. Спала? Фильм, сериальчик? Мы досмотрели сериал, вот. Какой? Кстати, как он называется? «Душегубы». Вот, неплохой. Интересно, какой рейтинг? Где смотрел, на Кинопоиске? На Кинопоиске, да. Закачиваешь, смотришь. Вот это? А, да, это опустил сосед это сидушку, а я в этот момент спала. И мне прилетело столиком, да, так поэтому не спите на столиках. Блин, спасибо большое. Это вот совет надо записать, чтобы 30 я знала, что на столиках лучше не спать. Спасибо большое. Спасибо за интервью. Спасибо. Ну, вот так вот. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.
видеоблог мы заканчиваем, потому что девчоночки бегают, нам надо дождаться, поддержать их обязательно. И если что, пишите комментарии Янке Шейной обязательно, подписывайтесь на нее в Инстаграме. Да. Все, ждите следующую серию.